Выставка посвящена искусству Средневековья, 13-го, начала 15 века. Этот период в истории искусств называется проторенессансом и считается переходным от Средневековья к эпохе Возрождения. В этот период еще не существовало понятия «картина», но уже намечался переход от иконы к новому, более чувственному и реалистичному изображению мира. В организации выставки участвовали два музея – Государственный Эрмитаж и Сокровищница Средневековья Национальная галерея в Умбрии. Этот совместный проект имеет важное значение для нашей страны, поскольку в российских музеях подобные произведения редки и мало знакомы публике. На выставке представлены уникальные алтари и предметы светского искусства, которые никогда в таком количестве еще не выезжали за пределы Перуджи. Также на выставке можно увидеть произведения, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из итальянского собрания. Сюжеты для произведений взяты из Библии, поэтому на этой выставке вы увидите работы, иллюстрировавшие текст Священного Писания. Самыми распространенными темами были «Мадонна с младенцем», «Крещение и распятие Иисуса», «Подношение Ему даров» и «Благовещение». На этом я закончу свой рассказ и предлагаю погрузиться в атмосферу выставки, прочувствовать культуру Средневековья, силу ее духа и веры Всевышнего.
Спасибо.